Че творим, бро? Меня зовут Сергей Онис. И это потерянная серия Бена Тена. Показывали эту серию по телевизору. Но как она тогда прошла, я не знаю. Серия начинается, как Бен Тен под воздействием сущности отдал Ометрикс чудовищу, пришедшему из ада. После этого сущность Бена Тена покинула. Он уже был обычным и понимал, что он наделал. А чудовище из ада радовалось. Ведь теперь оно сможет уничтожить весь мир. Бен подошел к инопланетянину. Когда инопланетянин узнал об этом, он очень кричал на Бена. А когда понял, что все потеряно, он просто повесился прямо перед Беном. Это была первая смерть. Чудовище звало Бена к себе. Бен был расстроенный. У него на глазах видно кровавые слезы, а на фоне висел инопланетянин. Переход на чудовище. Оно издевалось над друзьями Бена. Он повесил их на цепи и опускал в зеленую жижу. От этого они были зеленые, а местами уже черные из-за кислоты. Бен не выдержал и побежал к ним на помощь. Но он не рассчитал своих сил без Омнитрикса. Его поймали и подвесили. Начались помехи. После помех видно, как Бен висит со своими друзьями. Чудовище спрашивал у Бена, как пользоваться волшебными часами. Бен молчал. Под ногами Бена разъехался пол, и там была зеленая жижа. Не выдержавши, Бен сказал, чтобы тот пошел и спросил у Азимуса, но тот вряд ли скажет. Так Бен смеялся с инопланетянина, хотя он уже был мертв. Но это продолжалось недолго, и он все рассказал. Он это сделал для того, чтобы его друзья отпустили. Но это он сделал зря. Чудовище схватило Бена и бросило в лаву. Бен сгорел заживо. Это был конец. Миром правила темная сторона. Я долго не мог понять, как эту серию выпустили в эфир. Как оказалось позже, канал был взломан каким-то злоумышленником. Миллион детской психики было разрушено. После этого канал, по которому показали эту серию, был заблокирован. На этом все. Стал бы Сергей Онис, поставил к тебе эту всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И подпишись на мой канал. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут вообще в шоке. И помни, это всего лишь мое воображение.